если говорить о Майдане, был с первого дня Майдана. Но, к большому сожалению, многих людей, которые сейчас прикрываются Майданом, я не видел. Ни на Николаевском Майдане, ни в Киеве. Но сейчас я хочу сказать не об этом. Поверьте, что моя позиция будет в рамках закона. И я буду всегда на стороне закона. И всегда буду отстаивать позицию граждан Украины и государства. Поэтому... Если они ловят сюда приедет, что вы сделаете? Ребята, ну давайте сейчас не будем заниматься популизмом. Правильно? Ну давайте сейчас не будем заниматься здесь популизмом. Есть конкретные вопросы, я конкретно отвечу.